Новогодние скидки в Дарник Оптика на Ватутина 46 уже начались. На все очки скидки от 20 до 50%. Проверка зрения бесплатна. Дарник Оптика, Первоуральск, Ватутина 46. Товар сертифицирован. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Щедрая новогодняя распродажа в ювелирных магазинах у Золотой горы. Золотые украшения 585 пробы от 3500 рублей за грамм. Приходите и сами удивитесь. У Золотой горы. 6, 7, 8. Отжимания, прыжки, упражнения на пресс, даже разминка у юных спортсменов тренирует выносливость. После разогрева или, как говорят спортсмены, легкой встряски, воспитанники спортивного клуба «Сила» переходят к отработке приемов. Все внимание на тренера. У него есть упор. Голову тянем, грудь даем. Создаем дискомфорт. Не получается ручку. Он же руку забирает у вас под коленочкой. Ножку зафиксируем. И оттягиваем. Чтобы побороть соперника, важно все, даже то, как правильно завести ладонь под ворот кимоно. Куда я должен развернуть? Я уже все, я их развернул. Мне больше их некуда разворачивать. Я же вам говорю, ребят, то есть посмотрите, рука должна быть вот стоять у вас. То есть вот вы должны взять отворот. Видно? Видно? Я вот взял отворот. А теперь я начинаю разворачивать. 6 тренировок в неделю, а еще занятия в общеобразовательной школе и английский. Все это под силу Ярославу Абдуллаеву. Единоборствами мальчик занимается уже 8-й год. И такой колоссальный труд приносит свои плоды. На счету Ярослава победы и призовые места на соревнованиях разного уровня. А в этом году он стал двукратным чемпионом мира по смешанным единоборствам. Соревнования проходили в ноябре в Москве. Хочу добиться кандидат в мастера спорта или даже мастера спорта. Ну и, по крайней мере, завоевать где-то кубок 50 или 40. Это сколько тебе лет должно быть, чтобы ты уже завоевал 50 кубков? Ну, в 12 у меня где-то 20 кубков, ну, осталось 30. Я думаю, к лет 20 я точно успею. Хочется открыть свою академию, продолжать папин спорт. Главный тренер спортивной секции, наставник и папа Ярослава Роман Абдуллаев отмечает, воспитать в детях спортивный дух – задача не из простых. Бывает, устает очень сильно, а я требовательный к этому. И как отец, и как тренер, бывает, перегибаю палку. Вот. Потом мы снова садимся, разговариваем, подходим к общему мнению, что нужно отдохнуть. Значит, он говорит, я хочу отдохнуть. Был перерыв какой-то, он полгода вообще не занимался. Вот. Соскучился и стал снова еще больше в войне заниматься. Я горд им, как отец и как тренер. В торжественной обстановке сегодня в кабинете председателя Первоуральской думы Ярослава и его наставника награждают благодарственным письмом. Сегодня мы награждаем почетной грамотой Первоуральской городской думы и благодарственными письмами наших героев спортивных. Депутаты обсудили этот вопрос на заседании думы и все единогласно проголосовали за. Награждается Абдуллаев Ярослав Романович, воспитанник спортивного клуба смешанных единоборств «Сила», за высокие спортивные достижения, пропаганду здорового образа жизни, вклад в развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Первоуральск. Поздравляю, Ярослав. Желаю тебе больших спортивных успехов. Также благодарственным письмом отмечают воспитанницу спортивного клуба «Универсальные бойцы» Марию Гребенюк. В свои 12 лет девочка – двукратный чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу. Кристина Сипьева и Владимир Махмутов. Интерра ТВ.